О звездах. Одной строкой. После первой большой роли в фильме «Нецелованная» Джессика Альба сыграла одну из главных героинь телесериала Джеймса Кэмерона «Темный ангел». Когда съемки сериала завершились, она появилась в хип-хоп-проекте «Мед» 2003 года и в звездном составе «Города грехов» 2005. Ее третьим фильмом в 2005 году стал криминальный триллер «Добро пожаловать в рай», действие которого происходило на Багамах. Во время работы над картиной Джессике пришлось провести бесчетное количество часов под водой. Но маловероятно, что кто-либо из зрителей мужчин будет недоволен подобным обращением с актрисой. Джессика считается одной из самых сексуальных звезд Голливуда, ведь она привносит свои удивительные внешние данные и сексуальность в каждую роль. В сериале «Фантастическая четверка» Джессика сыграла синеглазую блондинку Сью Шторм, или «Женщину-невидимку». Она также снималась в сиквеле этого сериала 2007 года, а затем исполнила роль стриптизерши с «Золотым сердцем» в «Городе грехов 2». Скромная элегантность и умеренный стиль Джессики – образец для подражания всех молодых женщин. Это просто чудо. Никогда не думала, что могу стать настолько стильной. Конечно же, я знаю, как я выгляжу, когда выхожу из дома. Я очень стараюсь быть привлекательной, но признание такого количества людей – это действительно неожиданно и очень мне льстит. Даже не знаю, что сказать. Талант Джессики не уступает ее стилю, а потому ее звезда будет сиять еще ярче.